Привет всем! Очередная посылка из Китая. Пришел такой вот алкотестер, который будем сегодня смотреть, проверять. Так, вот так вот он упакован. Имеет 4 муштука дополнительных и 1 муштук на самом приборе. Так, что у нас еще здесь? Есть инструкция на английском языке. Вот. Значит, устанавливаются 2 батарейки 1,5 вольта АА, 3 АА. Размеры, температуры измерения от 5 до 40 градусов. Так, значит, допустимая концентрация установлена 0,3 грамм на литр или 0,03%. Максимальная, при которой звучит сирена о том, что запрещено какое-то вождение, это 0,6 грамм на литр и 0,06%. Значит, у нас в стране допустимое 0,2 промилле, это будет 0,2 грамм на литр. Итак, рассмотрим дальше. Вот, имеет такой вот вид. Ну, по крайней мере, цена его приемлемая. У нас в Украине такой покупается. Если его такой купить, где-то порядка около 300 гривен будет стоить. 270-280. Так, ну сейчас попробуем вставить батарейки. И проверить прибор в действии. Итак, включаем его нажатием. Вот клавиша здесь есть. Включаем и держим. Пикнул. Идет разогрев. 10 секунд. Так, после чего идет, после нагрева идет 10 секунд, на которых нужно как можно дольше дышать в этот мундштук. Ну, так как мы сейчас видим 0 промилле или 0 грамм на литр. Так, ну, сейчас попробуем проэкспериментировать. Выпью сейчас бутылочку пива. Пройдет 5 минут и будем пробовать производить измерения. Итак, выпили мы бутылку пива. Прошло 10 минут после того, как употребили. Теперь будем смотреть, что покажет нам прибор. Я сейчас выложу таблицу показаний при выпивании одной бутылки пива, сколько должно показывать приблизительно данный прибор. Ну, может быть, не данный прибор, может быть, какой-то другой из этого типа. Итак, включили, идет у нас прогрев. Теперь дышим. Ну, как видим, показал 1 промилле. Езда на автомобиле, понятно, запрещена будет. Значит, пиво я выпил 6,5 оборотов или градусов. Ну, как видим, прибор рабочий и можно на него полагаться. Все, спасибо за просмотр. Пишите и подписывайтесь на канал.